Земля, студия, на фоне которой идет огонь в кружочке таком вот, очень долго идет. Представляет фильм какого-то ноунейма. Камеди Клаб нервно курит в сторонке по сравнению с этим фильмом. Телеканал Хрен-АТ, или как он там называется, не имеет отношения к этому фильму вообще никакого. Это был самый лучший фильм, который я когда-либо видел. Ничего более великого человечество не сотворяло и не сможет сотворить никогда. Жан-Люк Романов. Смотреть кино онлайн бесплатно. Да, это название этого фильма. Я сам в шоке. Пу! Пу! Так уж вышло, что не стал я тут хорошим человеком. И сижу я где-то там за уголом. И не делаю теперь я ничего, что могло бы пользу всем нам принести. И этим, с позволения сказать, вы забиваете всю эфирную сетку нашего телеканала. Вы должны понимать, что это... То, что крутится на канале, невозможно смотреть. Я все понимаю, но крутить эту песню на протяжении целого года, одну и ту же песню, я считаю, это перебор. Поэтому предлагаю вам изменение концепции политики нашего канала и запустить кучу новых недорогих проектов. Вот, пожалуйста, вот один. Ля-ля-тополя! Ой, прошу прощения, это не то. Одну минутку. Сейчас я там найду. Так. Вот она! Запись моей мечты. Вот, пожалуйста. А следующий трейлер официально защищен от всего на свете. Этому городу абсолютно не нужен был герой, но он появился, и теперь он будет мстить. И любить одновременно. Он круче Чака Норриса. Это его дом. И он будет его защищать, пока есть силы. Его лик абсолютно непостижим. Он будет истреблять врагов, особенно вот эту вот зебру в левой нижней части экрана. Он будет искать врагов, даже если они будут отсутствовать. Ведь он самый лучший супергерой за всю историю. Москва, готовься! Скоро во всех кинотеатрах страны! Абсолютно ненормальный фильм. Человек-паук.
Паук против Москвы. Скоро во всех кинотеатрах. Ля-ля, тополя, ля-ля, тополя. Гуль-г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 уль. Телеканал ТВЖ представляет новый умопомрачительный блокбастер «Обитающий в...» или «В поисках потерянных пирамид». Ребята, были, привет всем! Короче, это с вами Егор GoPro. И сегодня я, в общем, это оказался в очень незнакомом месте. В каком-то незнакомом месте. Да, сегодня мы идем в поисках инопланетян. Вот, смотрите, это летающая тарелка. Я вам отвечаю, это настоящая летающая тарелка. Боже мой, это невероятно, но факт. А вот посмотрите, что я только что нашел. Эти сооружения явно построили древние пирамидостроители. Это невероятно, но я должен продолжать свое расследование. Реклама! Здравствуйте всем. Меня зовут Константин, и я черный маг. Я хочу предложить вам ваши услуги с помощью захвата эфира этого телеканала. Итак, что входит в мои услуги? В общем, привожу мужиков к мужикам и баб к бабам, провожу обряды экзорцизма вашего чайника, провожу много еще чего, да я вообще готов провести все что угодно, только пожалуйста, дайте мне денег. Дайте мне денег, и я сделаю вам все, что угодно. Ведь я черный маг, а это значит, что я могу все, что угодно. Вон, смотрите, я там в одной передаче победил, потом в другой передаче победил, третью передачу веду, у меня куча сертификатов. В общем, покупайте у меня услуги любого характера, я вам все, в общем, сделаю. Спасибо большое. Покупай. Реклама! Я отправляюсь все дальше и дальше в глубины этого леса. О боже мой, мне так страшно. Мне так страшно. Боже мой, мне так страшно. Вы не представляете, как мне страшно. А этих сооружений становится все больше. Мне становится все больше не по себе. Бу. Нет, помогите, спасите, убивают. Посмотрите, я нашел мостик в лесу. Это мостик, он деревянный, он существует. Я в шоке. Бу. Спасите, помогите, убивают. Смотрите, какие красивые деревья. Какие же красивые и разнообразные деревья. Есть три вещи, которые можно снимать бесконечно. Небо, вода и деревья. Реклама! Смотрите скоро! Лес мертвых акул 2! Возвращение! Не пропустите! Лес мертвых акул 2! Реклама! Только посмотрите, какие тут красивые деревья! Существует три вещи, которые можно снимать бесконечно. Порнофильмы, эротику и деревья. Там вдалеке какие-то люди! Возможно, они мне даже помогут. Эй, люди, идите сюда. Ух ты, стрелочка. Ух ты, фонарик. Я поднимаюсь все выше и выше в горы. Я становлюсь близок к разгадке тайн египетских пирамид. Я не ел уже 7 дней. Надо что-нибудь съесть. Земля.
Ам-ням-ням-ням-ням. Мне нужно оружие, чтобы защититься. Это подойдет. О нет, пришельцы. Спасайся, кто может. Однако, тем временем эти пирамиды майя и не думают заканчиваться. Ну, допустим, Бу. О боже мой, я нашел цивилизацию, я спасен. Шел 10-й день моих приключений. И, о боже, я вышел к цивилизации. Реклама! Продам паровоз. Хороший, интересный, двухэтажный. Однажды я его купил, но не знаю, куда его девать. Поэтому, пожалуйста, купите его у меня. А если у вас нет денег, чтобы купить большой, то вот вам маленький. Купите, пожалуйста, у меня маленький или большой, потому что я их купил, но не знаю, куда девать. Пожалуйста, купите. Купи поезд, 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 купи поезд. Реклама! Я не верю своим глазам, я нашел ее. Это та самая Вавилонская пирамида. Я нашел ее. Ура! Купи поезд, купи поезд, купи поезд, купи поезд, купи самолет. Реклама! А, спасите, у меня в глазах потемнело. Ай, нет, это я объектив забыл открыть. Боже мой, я теперь знаю сакральную тайну человечества. Я видел Вавилонскую пирамиду. Надо сообщить это своим грекам. Так, ты меня задолбал. О, нет. Та-да-та-та-та-та-та. Та-т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 а. Реклама! Новый год – время чудес и волшебства. Каждый Новый год обязательно происходит какое-либо чудо из чудес. Давайте просто отдохнем и вспомним этот чудесный Новый год. Новый год, который был таким замечательным, тихим и спокойным. Новый год, который... Реклама! Купи самолет! Купи самолет, 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 купи самолет. Реклама! Мы так любили, так обожали. Как же было прекрасно видеть этот чудесный и добрый Новый год. Сколько же теплых воспоминаний оставил нам этот замечательный и, не побоюсь этого слова, чудесный праздник. Дэн-дэн, рррррр, дэн-дэн, ту-ту-ту-ту, дэ-дэ-та, тэ-дэ-дэ-дэ-дэ-та, тэ-дэ-дэ-дэ-та, тэ-дэ-та, 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 тэ-дэ-та-та-та-та, рррррр, тэ-дэ, ту-ту-ту-дэн, тэ-дэ-дэ-дэн, тэ-дэ-та. Тан-т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 ан
Но это еще не все. Мы подготовили целый ряд документальных фильмов, которые будут, я уверен, очень сильно востребованы, особенно на нашем канале. Вот сейчас я вам их все покажу. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это лес. Деревья. Деревья красивые. Деревья зимой. Дорога в лесу зимой. Деревья. Упавшие деревья. Зима. Упавшие деревья в форме креста. Ля-ля, тополя, сосны. Ля-ля, тополя. Стволы. Веточки. Деревья. Упавшие стволы деревьев. Веточки. Много-много веточек и много-много дерева. Очень много дерева. Зимнее небо. Снег. Веточки. Снег. 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 Продольный срез на стволе. О, дед! Это Деревян Деревяныч! Брат его! Мостик в лесу, который выходит из леса, перекинутый через овраг. Зима, снег, овраг с поваленными деревьями. Поваленные деревья. Трупы деревьев, оставленные Деревян Деревянычем. Зима, лес, снег. Ля-ля, тополя, ля-ля, тополя. Ёлки, сосны, хвоя, небо. Ля-ля, тополя, ля-ля, тополя. Деревья, сосны, ёлки, дорожка. Ля-ля, тополя, ля-ля, тополя. Ёлки, снег. Зима, ля-ля, тополя, ля-ля, деревья, небо, ля-ля, тополя, листочки, ля-ля, тополя, листочки, листочки, ветки, ля-ля, деревья, тополя, ля-ля, тополя, деревья, ля-ля, тополя, дерево, ля-ля, тополя, деревянные деревья. Небо, листочки,
листочки. А-а-а, это деревян, деревяныч, спасайся, кто может. А-а-а. Реклама! Покупайте цветочки у Человека-паука. Цветочки у Человека-паука. Лучшие цветочки, которые только можно было найти. Цветочки от Человека-паука. Реклама! Купи канатную дорогу, сломанную. Купи канатную дорогу, сломанную. Купи канатную дорогу, сломанную. Реклама! Заблудились в лесу и не знаете, чего можно покушать? Выход всегда есть. Земля от Петровича. Земля от Петровича содержит множество полезных микроэлементов, которые очень питательны. Земля от Петровича. За качество отвечаем. Реклама! Скоро во всех кинотеатрах! Продолжение легендарного фильма! Экипаж! Экипаж 2! Смотрите! Тот же самый самолет! Те же самые люди! Хотя нет, у нас не было денег на людей, поэтому просто весь фильм будет падать самолет! Да-да, вот этот самый самолет будет падать! Весь фильм! Страх и ненависть в Лас-Вегасе! В фильме «Экипаж 2» продолжение! Смотрите совсем скоро! Ой, блин, горло болит! Реклама!
Смотрите скоро продолжение настоящего безумия. Самый поехавший фильм тысячелетия, от которого все сходят с ума. Не пропустите, скоро во всех кинотеатрах. Человек-певук. Итак, как вы могли видеть, наша новая политика канала и куча новых интересных проектов, которые мы запустим в ближайшее время, привлекут обязательно новых зрителей. Это я точно гарантирую. И наш канал официально скоро выйдет на первое место среди всех российских телеканалов. В общем, держитесь, через год вы не узнаете этот канал. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.